Всем привет, с вами я, Полина, и сегодня я вам покажу свою маленькую коллекцию моих рисунков. Здесь у меня картина, на которой изображена ракета, которая летит в космос изучать звезды. А называется она «Ракета изучает Млечный путь». Сразу же здесь у нас Луна. Почему же я решила нарисовать именно Луну? Потому что у нас последние 2 дня горела яркая Луна в небе. Вот я и решила нарисовать Луну в космос. Сразу же под этим рисунком у нас изображены 2 дерева, укрытые ночными звездами, можно так сказать. А называется эта картина «Деревья в ночной красе». Далее у нас вот такой вот рисуночек с изображением моих любимых птиц. Фламинго. Называется она «Фламинго в отпуске». Ну и последняя картина – это вот такие вот тюльпанчики в вазе. И также называется моя картина «Тюльпаны в вазе». Ну а на этом у нас все. Пока!